Полиция Пакистана арестовала более 40 жителей поселка под Лахором, в котором заживо были сожжены двое молодых христиан, муж и жена, обвиненные селянами в осквернении Корана. Глава полицейской службы в регионе Джавад Камар сообщил, что на такой поступок жителей подстрекал мулла местной мечети. Вместе с тем он подчеркнул, что пока нет информации о принадлежности священнослужителя к какой-либо радикальной исламской секте. За два дня до инцидента она выбросила мусор, в котором, как сообщается, были страницы Корана. Пока ведется расследование. На данный момент мы арестовали 44 человека, причастных к случившемуся напрямую или косвенно. Как пишет британское издание Guardian, жертвы работали на местном кирпичном заводе. Их обвинили в сожжении нескольких страниц священной для мусульман книги, после чего двое суток держали в здании предприятия, а затем кинули заживо в печь для обжига кирпичей. В Пакистане очень чтут Коран, и его осквернение карается смертью. Напомним, что в октябре пакистанский суд оставил в силе смертный приговор для христианской женщины Асии Биби, которую тоже обвиняют в богохульстве. И если подобное обвинение было выдвинуто, то шансов оправдать себя практически не остается.